Ну, Лера, при том, что вчера утонул рыбак в этом бескрайнем океане. Очень сложно ехать по этой дороге. Каждое движение должно быть рассчитано. Потому что тут малейшее движение, и ты... Ты мой, ты покойник. В одну сторону высокие горы. В другую сторону пропасть и океан. ¿Cómo que vienen a pescar que no entiendo?